Информационно-пропагандистскую группу жители Козыгурского района и рабочие компании САПА-2020 ждут с нетерпением. У многих есть личные подсобные хозяйства, и судьба их крестьянских наделов на первом месте. В нашем хозяйстве работают 120 человек. Наша компания занимается выращиванием зерновых и масличных культур. Мы засеяли в этом году 3000 гектар пшеницы, еще 2000 гектар софлора. Нам очень важно знать, что не будет изменений в законе о земле. Это даст нам уверенность в завтрашнем дне. В Козыгурском районе под сельхозпроизводством занято 275 тысяч гектаров земель различного назначения. Свободных земельных участков практически не осталось. Участники информационной пропагандистской группы провели беседу с жителями района и разъяснили, что в ближайшие 5 лет крестьянам беспокоиться не стоит. Спасибо информационной группе «Нур Отан». Нам рассказали о деятельности земельной комиссии и решении президента ввести мораторий на 5 лет. До 2021 года никаких изменений в земельном законодательстве не будет. Останется аренда на 49 лет и не будут продавать землю иностранцам. В Козыгурском районе откормом скота и выращиванием сельскохозяйственных культур занимаются 97 компаний, 116 производственных кооперативов и 3338 личных крестьянских хозяйств. И уверенность, что ситуация с землей будет по-прежнему стабильной, для крестьян региона очень важна.